сейчас находимся в Фигересе, идем в музей Дали, замечательная кафешка, где наконец-то появился Wi-Fi. Я решила вести блог, я не знаю, как это называется, но попробуем. Да, мы идем. Bye-bye. Все, прекрасно. Вот вокзал. Это и мы пипец какие голодные, мы ехали полтора часа. Я не знаю, что обычно рассказывают во влогах. Просто комментировать то, что происходит. Это Фигерес. Вот в этом супермаркете очень милый дядька был. Он мне понравился. Пока элементы ходят, вот маргинальные элементы. Вот леди, да. А мы решили перекусить прям с пивом. Какой-то едой. Короче, я скоро тоже, походу, стану веганом. Потому что я ем какие-то салатики. Вместе с Ией мы находим, что, в принципе, неплохо. Салатик, прямо какой-то есть, яйца, сыр обычно. Вот у меня нет ни яйца, ни сыра, да у меня. Да ладно. Там какой-то соленья нет, твои любимые. Вот, а Ия ест лаваш. Реально лаваш, единственное, что я смогла найти. Фигейра где-то. Ничего не происходит. Очень такие тихие, спокойные. Это низкие домики. Похоронен в этом музее, и я читала, что он похоронен прямо рядом с туалетом. Он просил, чтобы его могила была в туалете. И на самом деле там рядом с ним есть мужской и женский. Где-то здесь. Фонтаном. В общем, Фигерес очень маленький город, и по нему, если даже просто рандомно ходить, то можно выйти в музей Дали. Зачем мы сюда и приехали. Так что, пока мы идем тупо прямо, без навигации, и думаем, что скоро выйдем к тем самым яйцам Сальвадора. Пойдем вот здесь. Я вот тыгдым. Красота. Очень странное это место. Hotel Plaza Inn. С коровами на балконе. Такого мы еще не видели. Очень интересное место. Так, куда нам? Так, ну, по идее, прямо. Пойдем. Проверили нашу карту. Смотри, как коняга. Забавная. Да, интересно. Оп-оп-оп-оп. Что-то я думала, он чуть другой будет, но ладно. Итак, открывается вид. Яйца! Яйца! Птицефабрика. Птицефабрика. Вот он такой, оказывается. Я как-то думала, что у него будет свое пространство типа сада или что-то. А он прям так на улице рядом с другими домами. Ну как-то без пафоса лишнего, без пафоса, да? Да. Ну, так, просто раз. Ёлки. Ух, it's jewelry place. Все. И я. Так, мы выходим. А, очень странно. А, это же нам говорил Лео. Нам говорил Лео про это, что здесь jewelry, что мы jewelry. В общем, мы, конечно, зашли не туда. Мы идем в другую сторону. Ну, очень интересно. Да. Осталось только найти выход. Интересно. Ищем вход. Ай-яй-яй. Как-то не подались, это слишком просто. Если кто соберется, имейте в виду. Итак, та-дам! Hola. Hola. Well, so confused. What's going on? Как это what's going on? Мы inside of таинство. Что такое?
No, we should go our bag and I need to take something from my bag. Это галерея. Фотографические рисунки. Ну, прикольно. Штрих у него, конечно, хромал. Но ничего. На таком-то штрихе. Нашим туристов. Нам не сюда, нам сюда. Мне кажется, нам сюда. Пойдем. Работа кисти, да. Объемно. Священная Пикассо. Если я сижу, я вижу две половинки, которые одна картина, но они не одинаковые. А в чем прикол тут? Я ничего не понимаю. Ну, как бы смотрю сюда, вижу это, а так вижу две половинки, и что? Ни хрена не понимаю. Смотрю. Так, окей. И чего? Вот она посередине. А, это типа... А, я поняла. Это, знаешь, это под углом. Смотри, это вот эта часть, вот это как мы видим середину, да? Это зеркальное отражение с этой стороны, а это зеркальное отражение типа с этой стороны. Ну и что? Ну вот прикол в том, что типа ты сидишь на одном месте, а он зеркально написал... Ну они разные. Я что-то поняла, но объяснить не получается. Я типа... Они разные? Они разные. Ты как будто бы с одного ракурса видишь как бы одну... One point of view ты видишь с разных сторон, короче. Вот такая фигня. Доня Дали тоже жила там. Мог бы быть таким, если бы он был в Испании. Какие-то очень странные штуки. Тут с каждого глаза кажется, они как будто на тебя кто-то орёт. Очень много ко всему внимания. Очень много деталей. Да и так видишь человечек. Ну, это известный его инсталляция. Что это такое? А, я поняла. То есть на камере сразу видно, что это. Пойдем на улицу? Мы были, только мы с другой стороны выходили. Там, мне кажется, мы еще. Нет. А, не были? Ну, какая-нибудь очередная отверстие. Ну, я не знаю, пойдем погуляемся еще. Пойдем? Все. Кажется, все, мы шли, идем на выход. Очень много туристов. Не видно здесь, по-моему, да? Очень много туристов. Прям адское количество понаехавших. И очень много русских туристов в этом музее. Мне кажется, что уже всем испанцам, итальянцам, французам, англичанам усто надоело. А нам мы тянемся прекрасно. Больше их всех. А, ну еще и китайцы тоже тянутся прекрасно.